Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – віра в істинного Бога. А також, яку роль відігравали в житті суспільства пророки. А саме пророк Ілля, пам'ять якого ми відзначаємо 2 серпня. І у нас сьогодні в гостях настоятель Свято-Нікольської церкви протоїрей Михаїл Бойко. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас с праздником, потому что сегодня мы празднуем большое событие, память большого события – это крещение Руси, а также память святого равноапостольного князя Владимира. Это большой праздник для всех православных христиан, отец Михаил, конечно, правда? Это очень огромное значение имело в истории славянского народа, когда при правлении князя Владимира было крещение киевлян. И с того времени можно считать крещением всей Руси. Ведь не секрет, что до этого в Киеве также были христиане. И если сегодня мы говорим о пророке Божьем Илье, на Подоле был храм в честь пророка Божьего Ильи, который посещали варяги и греки, которые пребывали по каким-то либо своим делам в столице, в Киеве, княжеской столице. Поэтому святой пророк Божий Илья, он более известен как в периоде Ветхого Завета, также уже новозаветный период, по сравнению, скажем, с другими иными пророками. То есть можно сказать, что храм, построенный в честь пророка Ильи, один из первых на Руси. Один из первых на Руси. Это говорит о том, что христиане, даже первые христиане, которые приняли крещение и стали христианами, то есть они понимали значение пророков в формировании христианской жизни? Они просто чтили память того, кто особо был близок к Господу. По своему именно служению пророческому, по своему дерзновению пророческому, которое он вынужден был служить в то время, когда Господь его призвал, при отступлении от истинной веры, память сохранилась до того времени, даже до наших дней, о том, который вера была, которая непоколебимая, несмотря ни на что. Поэтому он и прославлен в народе как тот святый, к которому можно обращаться во всех жизненных обстоятельствах. Прежде всего обращались за то, чтобы Господь даровал плодоносные годы, достаток дождя. И поэтому до сегодня есть молебен о бездожье, именно направлен к пророку Божию Ильи, который, как до сих пор считается, может исходатайство Господа дарование дождя на землю. Отец Михаил, и еще пророк Илья, он почитается в народе как защитник, как заступник вдов, сирот, который слышит сразу молитву тех, кто очень сильную терпит нужду, не обязательно материальную, она может быть моральная, она может быть любого характера, это правда? Вопрос в том, что по своей жизни деятельности, когда он внес свои служения пророческие, он также явил помощь в Серапии Сидонской вдове, у которой отрок сын умер, и также даровал знамения, спас от голода всех туда, пребывающих в нужде именно, когда заключилось с неба на 3 года и не было дождя. Это было именно его дерзновение предстать перед царем Ахавом, ведь и события развивались так, что Ахав, преследуя политические свои цели, видя ассирийское царство, которое же увеличивается, он с финикийским царством заключает договор и берет дочь царя финикийского себе в жены, но поскольку они были поклонники Ваала и Астарте, вместе с старицей приезжает множество количества жрецов в Самарии, тогдашней столице. Царь Ахав строит им свое капище, свои служения и навязывается царской властью предводителя двуверия, что категорически было запрещено по закону Моисееву. Но оно не только лишь навязывается, плюс притесняется проповедование истинного Бога и обличение тех, кто вступил в двуверие, тем самым отказавшись от истинного Бога. Двуверие, отец Михаил, вот вы сейчас сказали, что это значит двуверие? Это вера и в Бога, и одновременно в идолов? Это вера в всевозможных идолов, поскольку невозможна вера в истинного Бога, если обратиться даже к имени Ильи, то его имя обозначает «Господь есть Бог». То есть в своем имени он уже нес проповедь ввиду того, что он почитал только того Бога, который только является истинным Богом. Ведь в окружении всех
других народов, в Израиле была монотеистическая религия. Все же принимали пантеоны многоличных богов. И для них, конечно, количество богов не имело никакого значения. Но, тем не менее, те, кто познали истинного Бога и с кем истинный Бог заключил завет, Ветхий Завет, заповеди запрещали исповедовать другие божества и также нести служение другим идолам. Вот если вернуться, отец Михаил, в Ветхий Завет и даже еще раньше, кому впервые Бог явил себя? С чего пошла вот вера в истинного Бога? С кого? Прежде, конечно, надо вспомнить о Адаме, который знал истинного Бога, с которым он говорил лицом к лицу. Но грехопадение наших прародителей Адама и Евы в раю лишило их такой возможности, поэтому они были изгнаны из рая. Рай было то место, где должен был пребывать Адам с Евой, и они должны были учиться послушанию. Первая заповедь была дана возделывать сам рай, то есть сад. И запрет не кушать от дерева познания добра и зла. В этом соблюдении этих повелений человек должен был воспитываться, поскольку он был сотворен по свободной воле своей, он имел право выбора, но должен был последовать той заповеди, которую дал ему Господь. После грехопадения Адам изгоняется с Евой из рая, и потом мы видим, что хранение его в детях, когда Каин убил Авеля, не сохраняются заповеди Божьи, которые были на нравственном уровне, на законе, написаны на скрижалях сердца. Дальше только лишь Сефит, третий сын Сив Адама, сохраняет веру истинного Бога, но тем не менее в той малой группе людей вера вновь помрачается, поскольку человек уходит от тех повелений и истинного Бога почитания, падает идолопоклонство. Ввиду этого Господь своим наказанием наводит потоп на людей, только спасается один пророк, патриарх Ной, со своим семейством, и после этого они почитают истинного Бога. Впоследствии мы видим, что Господь заключает свой завет с Авраамом, единственным человеком, одним, которого Он избрал, который является достойным для того, чтобы сохранить веру в истинного Бога. И дальнейшие все уже потомки Авраама и его все наследие должны были бы сохранить эту веру в истинного Бога и как бы стать тем народом, который, в отличие от всех окружающих народов, сохраняет веру в истинного Бога и является проповедником веры в истинного Бога в свое время. Отец Михаил, вот сегодня крещение Руси и память святого равноапостольного князя Владимира, а также всех киевских святых. 1 августа мы будем совершать память преподобного Серафима Саровского. 2 августа мы будем совершать память пророка Ильи. Такие знаменательные даты, они стоят вот просто рядышком. То есть это говорит о том, что духовная жизнь человека и христианина, она очень напряжена и она очень наполнена. Потому что вот когда бывает говорят, что в принципе жизнь одна и та же, но нет, если посмотреть как, с духовной точки как зрения. Как период Ветхого Завета были те люди, которые были непоколебимы в вере, так и в Новом Завете период были праведники, подвижники, в том числе Серафим Саровский, который просиялся на всю Русь еще при жизни своей святостью, являются те именно носители веры, которые являются живыми примерами для всех тех, кто вокруг проживает и кто дальше, считая описание о них, тоже может из личного жизни примера святых сам себе научаться. И вот возвращаясь к пророку Ильи, отец Михаил, который вот тогда не побоялся прийти на вот это... Он сделал вызов царю и царице. На этот пир языческий. Когда, он не побоялся предстать перед царем. И ввиду того, что уже было, Иезавель, как царица, повелела изгонять, избивать всех, кто проповедует веру в истинного Бога, силовыми методами наслаждалась поклонению Ваалу и Астарте. И он не побоялся перестать, и сам дерзновенно заявил ему о том, что за свое нечестие и за нечестие всего народа, который последовал по тому приказу, небо заключится на 3,5 года. Но надо брать во внимание климат той местности, который там вообще засушливый климат, и дожди бывают только лишь в зимний период времени. Если в зимний период времени были дожди, тогда наполняются колодцы, наполняются подземные источники, и влага какая-то либо сохраняется. И там одна только лишь речка Иордан, и всю страну оно никак не может снабдить водой. Если же, конечно, не будет дождей, значит, не будет урожая и весной, и будет очень засушливое лето.
Это было испытание очень жестокое, поскольку все верили, что Ваал и Астарта, которые являются божествами достатка, дают им. Но Илья сказал то, что истинный Бог дает из неба дождь на землю. И надо поклоняться истинному Богу, а не богам финикийских, ассирийских пантеона. Вот прошло 3 года страшной засухи, которые и показали людям, что нужно именно обратиться с просьбой к истинному Богу через пророка Илью, правильно? Ну, пророк Илья пришел к царю, не боясь, потому что надо брать внимание, что было за него объявлено гонение. Он переселяется к потоку Кедрон, где его вороны кормят. Это в пустыне глубоко, для человека невозможно сохраниться. После того, как поток пересыхает, он идет в Сарепту Сидонскую, это уже за границу Израильского царства, он прячется за границей ввиду того, что Иезавель объявила всеобщие поиски о пророке, чтобы лично отомстить ему за то, что он один является тем ревнителем веры, который не дает полностью именно насадить культ Ваала и Астарте. И он вынужден скрываться, перебывать все это время, в прошествии 3 лет, он сам приходит к царю, и описывается даже тот факт, что он находит царского военачальника, который спрятал в пещерах 100 пророков, которые не преклонили колено перед Ваалом и не произносили имя его, и сам тайне им кормил. И он говорит военачальнику: «Я иду к Ахаву царю, извести его об этом», на что тот отвечает: «Я не могу твое имя произнести, потому что уже в окрестных странах он берет клятву старей, что они не прячут тебя в своем государстве». То есть настолько было действительно гонение и притеснение. На что он сам является прецарем и говорит, что только лишь по его молитве пойдет с неба дождь. И предлагает собрать всенародное собрание, чтобы люди своими глазами увидели, кто именно дает с неба дождь. Тем самым примером он дарует такое как бы состязание и дает право первым вступить в молитвенные призывания ваалам жрецам. Там были призваны 400 ваалов жрецов и 400 ваалових жрецов и 400 жрецов дубравных. То есть 800 против 850 пророка против одного пророка Ильи. Дубравные – те, которые поклонялись рощам. Рощам, деревьям, которые именно тоже прибыли вместе с царицей, также для насаждения параллельного культа Дубравного. И он один целый день дает возможность им призывать молитвы, и сам факт и то, что он как бы насмехается над ними, чтобы они громче плясали, громче кричали, поскольку их боги уснули и не могут проснуться. После чего, чтобы доказать, и когда закончилось их молитвенное взывание, он сам преклоняет колено, но перед этим дарует знамения, которые могут всецело подтвердить, что это не является случайностью. Он ставит жертвенник по заповеди Божией из 12 камней в честь 12 колен Израилевых, возлагает на жертву и просит из реки принести воды, чтобы позаливали жертвенник, ров выкопали, также все залили водой, чтобы это ни в коем случае не было прокомментировано как бы случайным явлением природным. Поэтому, видя такое знамение, когда Господь послал огонь на его жертву, что выжилась и жертва, и испарилась вся вода, все именно поняли, кто является истинным Богом и у кого необходимо просить дождя. И небеса разверзлись, и пошел дождь, да? Нет, он еще 7 раз помолился, пребывал в молитве, и все ждали. Переклонил 7 раз колено, и именно начали с моря находить тучи и принесли дождь. И в знаменование своей радости и победы он повелел избить пророков лживых, и также бежал перед колесницей царя Ахава. Он шел пешком, а на колеснице царь ехал с радостью о том, что люди были как бы вновь возвращены к истинному Богу, и пелена вот этого обмана отпала из их глаз. Он шел перед колесницем, это, считать, было на горе Кармил, где-то до Самарии, где-то 15-20 км. То есть он сам пешком проходил такие территории и по пустыне. Но интересный также вариант сама гора Кармил, когда в хананейском пантеоне считалось, что боги проживают на горах. И на гора Кармил одна из тех гор, где также расценивалась, что там же живут божества финикийские и хананейские. Поэтому он, вознося молитву на той горе,
Как бывало, жреці знали, що це їхня гора, і тут їх боги проживають, і їм допоможуть. Но все вийшло совершенно так, як сотворив Ілля Пророк. Він посрамив всіх. Він посрамив і їх божества, він посрамив і їх жреців. Він показав і народу, хто іменно дає дощ, а від дождя залежала і дальніша життя. Оскільки це падбище, це іді падбище, також іменно вони були кочевники, і від дождя залежало іменно кількість стад їхніх. Поэтому и до сего дня сохраняется вот эта вот благочестивая традиция, если нет долго дождя, то священники... Да, в Писании отображено, что служат, именно да? Илья является тем ходатаем, в жизни которой Давид явил большое знамение, благодаря тому, что по его молитве был вновь ниспослан дождь на землю. Отец Михаил, и еще сохраняется предание, что именно пророк Илья не узнал смерти, как обычно человек. Это Писание отображено, это не предание. То есть это Писание отображено. Это Библия отображена, конечно. Взят живым на небо. Это непонятно совершенно. Это единственный случай, когда описывается, что он был живым взят на небо, кроме патриарха Еноха, первой книги Бытия, но о нем очень мало. Только замечено о том, что не стало его, поскольку он ушел, был взят на небо. Но пророк Илья в той части описывается, как это случилось. И с пророком Илией связаны те великие знамения, что он даровал людям пропитание во время засухи и голода, что возвратил к жизни умершего отрока вдовицы Сарепты Сидонской. И также он явился собой тем великим ревителем веры, которого как бы, дух пророка Илии был настолько велик, что иные пророки никогда не именовались. Поэтому смотрим, что дальнейшее было предсказание последнего из малых пророка Малахии, что он говорит о том, что пред пришествием Мессии придет вновь Илья. Это говорил Иоанн Креститель, который также был в таком силе духа Ильи. Хотя он также и одевался, как пророк Илья, в милоте кожи. Это овечья кожа. Минимум одежды, одна кожа на себе. Я в жарком климате в коже, будь одеть в коже очень, конечно, некомфортно. Некомфортно, да. И пребывал всегда... питался так же, как и пророк Илья, акридами и диким медом, и крестил на том же самом месте на Иордане, где пророк Илья вознесся на небо. То есть такие совпадения были, что кто именно имел дар духовный, то он увидел крестителя Иоанна Предтечи, того, о ком говорил пророк Малахия, что вновь придет в силе духа Ильи. Но кто не уверил, тот и не уверил. Ведь многие приходили, принимали крещение, но также и многие отказались. Но ведь то, что Иоанн Креститель именно на том месте, где был вознесен Илья Пророк на небеса, крестил людей, это ведь не случайно. Нет, конечно, случайности. Тем более и после того, как были низвергнуты именно лживые пророки Астарты, и он в дальнейшем вынужден был бежать, он бежит на гору Синай, к истокам, где откуда Моисей получил заповеди Божии, и просит Господа. И ему было даровано на горе видеть славу Божью. Если вспоминать, что при даровании заповедей на горе были громы, молнии и огонь, эти стихии вновь проходят перед пророком Ильей. Гром и землетрясение, и также огонь. Но не в этой стихии является Господь. Господь ему явился в тихом веянии ветра. И он уже является, будучи очень ревностным пророком, который настолько был ревностным, что лично избил этих лживых гадателей и провидцев, Ваалова и Астарты. Поэтому он видит Господа в другом, не только в ревнителе, а в милующем. И, то есть не как карающего, не как карающего судью, и, да? Да. И когда в конце своей дней жизни он приходит вновь, царю Ахаву, и возвещает за то, что за его нечестие весь дом его будет истреблен. И когда он это сказал пророк царю Ахаву, он одевает дрехище, посыпает пеплом свою голову и предается покаянию за то, что нечестие навел на свою страну своими повелениями. И вновь Господь является пророком Ильи, и сам ставит пример, вот тот же царь Ахав, который презирал меня, вновь смирился, и не буду истреблять его. Он видел в Господе, что он не только лишь строгий судья, но также милующий. И в дальнейшем приходит время, по ему повеление, также на горе Синай, он говорится в новых царей помазок на царство израильское.
и царство Иорданское, и своего ученика первого Елисея помазай на пророчество. На что Елисей, до этого времени он уже имел своих учеников, это была часть учеников, которые именовались сынами пророческими, и старший из них был юноша Елисей, он сам призвал его, Илья. Приходя мимо, он находит его, а видит он занятым, что он пашет землю. Он знаменательно бросает из себя свою накидку ему в руки, и он, понимая, что это призыв бросить все, идти за пророком, он попросил единственное прийти, поцеловать отца и матерь свою, то есть попрощаться, и следовал, бросив все, принес жертву Богу истинному, и дальше следует за пророком Ильей. И в конце своих дней он просит у Ильи, чтобы он получил, как написано, двойную благодать. Но смысл не в двойной благодати, поскольку можно дать то, что имеешь, а не в два раза часть того, которой нет у тебя. И по закону было, что первенец получает вдвойне больше всех остальных. Он именовал себя первенцем, первым учеником, и просит всю полноту благодати, которую имел Илья, чтобы он также имел, поскольку дальнейшего служения тоже было так же, что надо было проповедовать веру в истинного Бога и остатки тех культов, которые насадились, хананейские мифологии, его тоже надо было ему лично проповедовать, этот три знамения чудеса, и он дальше служил при шести царях Израилевых, Елисей. Но он один был лично видел сам, как Илья вознесся на небо. Он именно был он свидетелем один, он, этого потрясающего события. Свидетели были многие, но он видел колесницу огненную и кони Израилевых, когда он заминовал. Но это также было условие. Илья ему ответил, что не, когда ты увидишь, как я буду возноситься, то, что ты просишь, ты и получишь. А когда он воскликнул, колесница огненная и кони Израилевы, Илья вновь снимает с себя свой плащ и бросает ему в руки, подтверждение того, что всю полноту той благодати, которой он был носителем, он отдает своему преемнику Елисею. А дом Ахава, как и предсказывал пророк Илья, был истреблен, да? Он не был истреблен, но в дальнейшем ближайшие войны тогда были частным явлением, именно с сидонянами, Сидонским царством, царь попадает в окружение, и, будучи ранен стрелой, он просто погибает. И уже до этого, уже пророк Илья, уже дальнейших царей уже помазал на царство. То есть были те новые, которые были сохранить веру в истинного Бога. Смертью царя распадается, было поражение и победа сидонян, поэтому он отступает, его дом уже и ходит с арены царства, и другому передается царство. То, что в очах Божьих уже совершено, оно, может быть, на земле еще в это время не настало, но воля Божия уже это было совершено. Поэтому было повеление заранее все помазать и постановить дальнейшее продолжение царской линии во Израиле. Отец Михаил, как часто православные христиане говорят, ну, на все воля Божья. А как узнать эту волю Божью? Например, когда человек стоит перед выбором то или это. Пророк Илья он был носителем знал, духа, он носителем он пророчества, духа. А вот простым людям? Простые люди всегда должны руководствоваться заповедями. И Господь не зря сказал, что есть заповедь Божия, любовь к Богу, любовь к ближнему. И по заповеди Божьей любви всегда в отношении можно руководствоваться. Если не взять, думай, что пророки – это были те люди, которые каждый день что-то предсказывали. Что-то совершали, да? Или совершали, и вели как-то предсказания на день, на два, на неделю. Они возвещали только лишь волю Божию и подтверждали своими чудесами те события, то, что их слова являются истинными. И их просто относились всему народу или непосредственно к царю, как главе этого народа, от действий которого зависела также и вся участь народа своего, который был правлением царя. Все пророки, отец Михаил, это очень сильные духом люди, коих очень трудно встретить сегодня. Ну, сейчас уже время пророка ушло. Ушло? Ушло время пророка, понятно. И они же явились сами по себе. Их всяк призвал Господь. Господь лично призывал их, они слышали голос Божий. И кому Господь верял это служение, тот и нес это служение. Но участь самого человека в тех тяжбах, трудах тоже было неотъемлемо. Он на себе нес все тяготы службы этой. И если сегодня ушло время пророков, то какое сегодня тогда время, отец Михаил? Время благодати. Мы живем в Новом Завете, ведь пророки проповедовали о том, что придет Мессия. Поэтому, пребывая в Новом Завете, мы живем в время Христовой Церкви, где пребывает благодать, преподаваемая среди таинства, и по милости Божией Господь дарует человеку в обильные плоды своих дарований.
поскольку Господь являлся Илии в тихом веянии ветра. Это та тишина, которая умиротворяет. Нельзя сказать, что это было, или это был какой-то тихий шум, или полный шум, беззвучие. Но описание так, что в такой тишине, в таком умиротворении является Господь свою сущность. Вот тишина, которая умиротворяет. Да. Отец Михаил, спасибо вам большое, что вы были с нами это время и так просветили, слово молвили спасительное для наших телезрителей. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был настоятель Свято-Никольской церкви, которая находится на улице Фалеевской, протоиерей Михаил Бойко. И, как видите, мы живем во времена благодати. Это так здорово. Це була розмова на тему. На все добре. Спасибо.